Ассаламу алейкум, хурметы курмендер, в эфире новости на Первом Карагандинском. В студии для вас работает Александр Крылов. Газ в Караганде снова появится, но хватит его всего лишь на месяц. Будьте готовы к пробкам на Пришахтинской трассе. В Караганде таксист выстрелил своего коллегу за место на парковке. В областном акимате под руководством акима Карагандинской области Абельгаза Хусаинова прошло очередное заседание Координационного совета по государственной программе форсированного индустриально-инновационного развития. Также были рассмотрены проекты для включения в программу «Дорожная карта бизнеса 2020». В очередной раз был рассмотрен ряд инвестиционных проектов. Например, одним из самых заметных был ввод в эксплуатацию горно-металлургического комбината на базе Коктенголь компании «Дала Майнинг» в Шетском районе. Общая стоимость представленных проектов составляет 104 миллиарда 607 миллионов тенге. При этом будет создано около 1500 рабочих мест. Далее были представлены проекты, заявленные на субсидирование процентной ставки по программе «Дорожная карта 2020». Тут были предприятия, направленные на хозяйственную деятельность, на производство продуктов питания, а также один проект на расширение автопарка. По итогам заседания Ким области поручил Управлению предпринимательства и промышленности подготовить пакет документов по рассмотрению проектов Министерства индустрии и новых технологий, а также Управлению строительства по результатам государственной экспертизы проектов провести тендерные процедуры. Александр Крылов, Карат Рашитов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Продолжение темы. Аким Карагандинской области Абельгазы Кусаинов сегодня посетил областную специализированную школу-интернат для одаренных детей «Мурагер» и поздравил ее учащихся с последним звонком. Подробности в нашем следующем материале. Областная специализированная школа-интернат для одаренных детей «Мурагер» действует с 1997 года. Направление обучения – естественно-математическое. С 2004 года школа является экспериментальной площадкой по ведению обучения на трех языках – казахском, русском и английском. В прошлом году школе вручили интерактивную доску и подиум, изготовленные в учебно-производственной лаборатории Карагандинского политехнического колледжа, а также мультимедийный кабинет. Аким области Абельгазы Хусаинов посетил школу впервые. Гостей познакомились с историей школы, также продемонстрировали учебные классы и лаборатории. Я получила возможность изучать второй иностранный язык французский. Я считаю, что это даст большую возможность для моего будущего. Далее глава региона и сопровождающие лица прошли в лаборатории конструирования и робототехники, где учителя вели работу по моделированию и программированию роботов с учащимися восьмых классов. По словам директора школы, программа, по которой обучаются ученики средних классов, программа первого и второго курса вузов. Не могла школа не показать возможности использования и современного германского оборудования в учебном процессе. В связи с этим директор школы добавляет, что необходимо строительство дополнительного корпуса лаборатории естественных наук. Выпускается у нас 58 выпускников, 12 человек претендует на аттестат особого образца Алтын-Белги и 5 человек с отличием. Такие внушительные. 71 человек у нас призер международных олимпиад. Нынешний учебный год был особенным. Он начинался, когда вся страна готовилась отметить 20-летие независимости страны. За это время образование стало одним из важнейших государственных приоритетов и получило новый стимул к развитию, сказал глава региона, приветствуя учащихся и педагогов на торжественной линейке, посвященной последнему звонку. Дорогие выпускники, уважаемые педагоги и родители, последний школьный звонок – это радостное и в то же время грустное событие. Радостное, потому что впереди новая самостоятельная жизнь, и грустное, потому что приходится расставаться с детством, со школой, с любимыми учителями. Думаю, что сегодня эти чувства испытывают вместе с вами более 9000 выпускников нашей области. Через несколько дней выпускников ждет серьезное испытание – сдача ЕНТ. Насколько велико качество образования, покажет именно этот тест. Его будут сдавать почти 7000 выпускников области. Из них 317 учеников – претенденты на Алтын-Белга, 181 – на аттестат с отличием. Есть претенденты на эти аттестаты и в школе «Мурагер», которая ежегодно входит в число 20 лучших школ Казахстана. В среднем ученики этой школы за последние два учебных года набирали 109 баллов. Ожидается, что и в этом году показатели будут высокими. Вместе со всеми выпускниками страны они примут решение в еще одной важной задаче – выбрать профессию по душе. А ты найди
решение непременно. Спасибо, что конца урока нет. Анна Шелкербек, Дмитрий Оборок, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Газ в Караганде снова появится, но хватит его всего лишь на месяц. Чтобы хоть как-то облегчить жизнь потребителям газа, местные власти заключили договор с производственной корпорацией «Сарыарка», которая профинансирует покупку 300 тонн голубого топлива. Подробнее у Ирины Камышовой. Наш 21 век, и мы живем без газа. Когда в квартирах появится газ? Этим вопросом уже на протяжении месяца задаются карагандинские потребители газа, потихоньку скупая электроплитки. Такой коммунальный коллапс в нашем городе возник из-за несогласия руководства компании «Алемгаз» с утвержденным даремом тарифом. Вместо запрашиваемых 137 тенге была назначена цена 127 тенге. Компания в убыток работать не может, потому монополист заявил о прекращении своей деятельности. И как итог, на данный момент более 400 домов по городу, а это более 30 тысяч абонентов, остались без газоснабжения. Долго ждали карагандинцы, когда администрация города поможет решить спор. И вот, наконец, ответ пришел. Накануне был подписан договор о сотрудничестве с производственной корпорацией «Сарыарка» о покупке компании 300 тонн газа на сумму около 20 миллионов тенге. Достиг договоренности с ПК «Сарыарка» на финансирование покупки газа. Значит, достигнута также договоренность с фирмой-поставщиком «Велтон» на поставку этого газа. Заправлять газораспределительные установки начнут на днях. Этого газа, по словам чиновника, хватит на месяц. А что будет потом, пока неизвестно. Однако попытки руководства компании «Алемгаз» оправдать запрашиваемый тариф не исчерпаны. Повторно рассмотрят данную заявку, повторно рассмотрят их, значит, требования, обоснованность их. И в случае, если действительно они, значит, докажут, что данный тариф 137 является безубыточным, то, в общем, они говорили, ну, в общем, было такое, как бы, дано обещание, что пойдут навстречу. Ирина Камышова, Дмитрий Оборок, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Будьте готовы к пробкам на Пришахтинской трассе. В скором времени снова будут ремонтировать Пришахтинский мост. На этот раз подрядчики планируют укрепить вторую часть путепровода, ту, что ближе к городу. Совсем скоро этот мост снова закроют. Уже выделены деньги на капитальный ремонт путепровода. На это в городской казне заложено 344 миллиона тенге. Стоит отметить, что данная сумма намного больше, чем в прошлом году. На ремонт первой части моста власти потратили 217 миллионов тенге. То есть первая половина моста, там, значит, ремонт работ сделан полностью. Значит, скрыты все вот эти вот бетонные конструкции, заменены, полностью залиты. Ну, в общем, все работы проведены. В этом году планируется проведение ремонта второй половины. Вот. И, в общем-то, на эту выделено 342 миллиона. Напомним, в прошлом году мост закрывали на 4 месяца, но этого времени хватило только на ремонт одной части моста, которая ближе к району шахты Кировская. В этом году работу продолжит та же подрядная организация ТОО «Матан». Они должны заменить переходные плиты, укрепить несущие балки, установить опоры освещения. Как сообщил заместитель акима города Караганды Мухтар Адамбеков, в целях снижения недовольствия автолюбителей и населения города будут проведены работы по обустройству объездных дорог. Одна идет по 49-му маршруту через второй рудник, вторая идет вот по 33-му через Лизичайкино, только не на ДСК, а намного ближе. Ну, получается, мы выходим где-то в районе, по-моему, Тулпара, где-то вот приблизительно вот там. А вот, данные дороги до 20-го, ну, где-то до начала июля, они должны быть закончены, приведены в надлежащий вид, чтобы они можно было спокойно ездить как автобусы, так и легковые машины. После того, как объездные дороги будут соответствовать нормам, значит, будем перекрывать данный путепровод. Поэтому пробки на дорогах не должны возникать, но автолюбители мало верят в это. Будут дороги сделать, как объездные, конечно, будет удобно, а так объезд большой. Надо сделать объездные дороги, значит, хорошие, чтобы закрывали. Будет очень неудобно объезжать, придется опять вот здесь. Я живу, весь поток машин идет здесь. Очень создает неудобство, не выехать нормально, не до города добраться очень тяжело. Я еще и плюс водитель, к тому же на КамАЗе работаю, и каждый день езжу обязательно по нему, даже несколько раз.
конечно, будет неудобно. Предусмотрены пути объезда и для пассажирского транспорта. Автобусы и газели будут двигаться со стороны проспекта Бухаржирау через Саранское шоссе по пути следования 49-го маршрута. А 33-й маршрут будет следовать через Саранское шоссе и поселок Новоузенка с выездом на 15-ю магистраль. Мост перекроют уже в июле. По предварительным данным, работы по восстановлению моста будут вестись до октября. Марал Тукенова, Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. В Караганде таксист выстрелил своего коллегу за место на парковке. Выстрел был произведен из травматического оружия. Об этом сообщает Управление дорожной полиции Департамента внутренних дел Карагандинской области. На этом же месте произошел инцидент. Сержант полиции Арман Арапов задержал мужчину, стрелявшего в таксиста из травматического оружия. Инспектор дорожной полиции ДВД области нес службу перед автовокзалом и оказывал содействие дорожным службам, которые занимались ремонтом дорог. Он услышал хлопок со стороны вот этой парковки, расположенной возле железнодорожного вокзала. Подошел, увидел человека среди толпы, лежащего на земле, азиата, с окровавленной головой. Подошел, люди оказывали ему помощь, подошла, начал опрашивать, и один из них все показали на человека, который стоял возле толпы. По горячим следам дежурившие на вокзале полицейские задержали 57-летнего водителя такси. Мужчина сознался в содеянном. У подозреваемого изъят травматический пистолет АСАМ. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование. А раненого 60-летнего мужчину госпитализировали в больницу. Марал Тукенова, Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Мы продолжаем наш выпуск. В Караганде началось оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». Цель месячника – снижение уровня аварийности на территории Карагандинской области, предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий. Водитель автомобиля задержан за грубое нарушение правил дорожного движения. За это инспектор составляет протокол. Нарушение правила дорожного движения, пункт права 8.6. Водитель механического транспортного средства при повороте налево-направо обязан за долговым занять крайнюю положение проезжей части дороги. Но все же водители во многих случаях не соглашаются с сотрудниками правоохранительных органов. Они считают, что стражи дорожных правил не всегда объективны. Ну, когда пешехода не пропускаешь, часто бывает такое. То, что пешеход еще не вступил на проезжую часть, а тебя знают, говорят, что ты нарушил. Несмотря на то, что водители во многом не согласны с сотрудниками дорожной полиции на территории Карагандинской области, не снижается уровень дорожных происшествий. За 4 месяца текущего года на дорогах области зарегистрировано 219 ДТП, в которых погибли 85 человек и 266 получили ранения. Цифры текущего месяца также ужасают. За 20 дней было зарегистрировано 51 ДТП, при которых 40 человек погибли и 52 человека получили различные травмы. Как показывает практика, в таких условиях только специальные меры позволяют в определенной степени влиять на негативные процессы, связанные с аварийностью. В связи с этим вот за вчерашний день было выявлено 716 нарушений. В данное время, когда усиливается личный состав, получается, усиливается плотность нарядов, выставляется личный состав вблизи пешеходных переходов, на опасных промежутках дорогах. Все мероприятия будут проводиться с учетом анализа аварийности, причин и условий, способствующих совершению ДТП. Работа личного состава дорожной полиции будет направлена на выявление и пересечение грубых нарушений правил дорожного движения. Марал Тукенова, Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. От осложнений сахарного диабета ежегодно умирает 4 миллиона человек. Эта болезнь занимает третье место по летальности после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Несмотря на все усилия медицины, международных организаций, государств и правительств, рост этого заболевания пока остановить не удается. Караганда становится центром проведения международных и, что немаловажно, практических конференций. Актуальные проблемы диабетологии. Именно под таким названием проходил форум врачей в шахтерской столице Казахстана. В нашей республике насчитывается 208 тысяч больных. При всем при этом треть потенциальных пациентов не диагностированы. Конференция проходит в рамках республиканской программы «Саламатта Казахстан». Эта конференция, она проводится в рамках государственной программы «Саламатта Казахстан» на 2011-2015 годы. И целью конференции является
дальнейшее совершенствование и улучшение качества оказания помощи этим категориям пациентов, улучшение мер профилактики и обсуждение дальнейших путей по развитию и решению этой проблемы у нас в стране. Ежегодный прирост больных диабетом составляет 12%, но тем не менее борьба с этим недугом не стоит на месте. В стране диабетики обеспечиваются необходимыми медикаментами по мировым стандартам. На конференции присутствует не только наши специалисты. Врачи из России, Беларуси, Украины и Германии также не преминули посетить медицинский форум. Если с делами стран СНГ мы знакомы, то опыт иностранных коллег для нас пока в новинку. И потому было интересно послушать специалиста из Германии. Тем более, что господин Клаус Дитер Коннерт, профессор Института диабета, таких учреждений всего два в мире, находятся они как раз-таки в Германии. Гость из дальнего зарубежья провел мастер-классы по обмену опытом. Также он посетил детскую больницу, где был приятно удивлен уровнем оказания услуг и компетентности врачей. Господин Коннер привез в Казахстан и свою программу. Программа эта достаточно новая, у нас ничего подобного не было. Это создание компьютерной модели индивидуальных особенностей каждого пациента, внесение туда дополнительных данных и, соответственно, подбор лечения нажатием всего лишь нескольких кнопок, без участия пациента. То есть мы имеем его компьютерную модель, с которой мы можем производить какие-то дополнительные введения, лечения и получать результат. То есть очень удобно на самом деле. Обоснование для создания такой программы обусловлено экономией времени. В Германии врачи испытывают необходимость в новых технологиях, так как времени на пациентов мало. Статистика этой страны пугает. К 2020 году каждый шестой житель будет болен диабетом. К мнению и опыту этого человека прислушиваются многие страны. До приезда к нам профессор побывал в США, Швеции, Германии, Бангладеш и в Объединенных Арабских Эмиратах. Но самое главное – это опыт и инновации, которые привез иностранный специалист для наших людей, больных диабетом, который, несомненно, будет очень полезен. Александр Крылов, Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. В нашем городе проводится региональный театральный фестиваль экспериментальных спектаклей «В ногу со временем». Такое многообещающее название фестивалю дали организаторы – Союз театральных деятелей Казахстана под предводительством народного артиста Казахстана Тунгушбая Джаманкулова. Театральный фестиваль экспериментальных спектаклей в нашем регионе проходит впервые. Такое важное событие в культурной жизни города приурочено к 80-летию Карагандинского областного казахского театра драмы имени Сакена Сейфуллина. В нашей стране не так много режиссеров решаются на эксперимент, опасаясь, что их не поймут. Площадка фестиваля поможет раскрыть театр, ту многогранность и авангард, которые присущи экспериментальным спектаклям. В состав жюри вошли именитые деятели искусства, среди которых председатель Союза театральных деятелей Казахстана – народный артист Тунгушбай Джаманкулов, а также гости из Москвы и Бишкека. Менять чапан на джинсы – это еще не эксперимент. Эксперимент – это осовременить только костюмы – это еще не эксперимент. Когда вы говорите Алдар Кусе, когда мы говорим Ходжа Насреддин, мы уже чувствуем и улыбаемся мироощущение этих персонажей знаковых. И эксперимент тоже по своей природе должен видно, что это поиск, это плод эксперимента обдуманного. Я буду спектакль смотреть с позиции, вообще соответствует природа этого спектакля духу поиска, духу эксперимента. Кроме того, в рамках фестиваля будут обсуждаться проблемы современной режиссуры. Одним из основных вопросов станет перспективы молодых режиссеров в театральном искусстве нашей страны. Это, в принципе, в общем-то, заявить о своей театральной позиции, о своей творческой позиции. Поэтому я думаю, что те театральные режиссеры, которые есть на сегодняшний день, молодые, а некоторые из них, они буквально вот заканчивают сегодня, вот в эти дни, Академию искусств имени Жургенова. И я думаю, что, конечно, надежды мы с ними связываем, но самое главное, мы будем судить, конечно, о результате, о тех спектаклях, по тому, как они их сыграют, что они хотят донести до нас. В фестивале примут участие 7 театральных коллективов страны. Все они покажут постановки классиков литературы. Жюри определят обладателей основных премий по нескольким номинациям. Лучший спектакль, лучшая режиссерская работа, лучший дебют и другие. Авангардное направление сегодня, благодаря Тунгушбайга, оно поддержится и осознанно продвигается вперед, потому что авангардный театр – это то, что ориентируются остальные театры, это маяк. Показ спектаклей будет проходить на сцене драматического театра Сакена Сейфуллина, а также на подмостках Русского драматического театра имени Станиславского. Ирина Камышова, Дмитрий Оборок, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.
К сведению населения, в связи с проводимым ремонтом здания государственного учреждения отдел занятости и социальных программ города Караганды, расположенного по адресу улица Поспелого, 16, с 1 июня 2012 года прием населения проводится по адресу улица Ерубаева, 12, проезд автобусами 4-04-44-134, остановка площадь имени Гагарина. На этом наш выпуск подошел к концу. Если у вас есть интересная информация, вы хотите поделиться, телефон нашей редакции остается прежним 420649. Также оставляйте свои комментарии, отзывы и пожелания на нашем сайте, адрес которого сейчас видите у себя на экране. На этом у меня все. Всего доброго. Саубон уздар.